И всем привет, мои дорогие друзья! Вы на канале Мастер Настроения. И это новое видео. Мы продолжаем рубрику «Интересные факты про». На прошлом видео вы набрали аж 13 лайков и написали 2 комментария. И как вы поняли, сегодня будет выпуск про двух животных, про собак и попугаев. И первый у нас будет «Интересные факты про попугаев». Поехали! У попугаев действительно очень хорошо развито чувство ритма. Они действительно могут танцевать под музыку. Многие попугаи в природе любят алкоголь. Они получают его из забродивших орехов и ягод. Самые популярные домашние попугаи – это волнистые. Попугаи породы Ке – настоящие хищники. Они могут нападать на своих сородичей, на других птиц и на животных. Также они могут нападать и на обычных овец. Породы маленьких попугаев живут 15-20 лет, а породы больших могут доживать до 100 лет. Количество попугаев в стае может превышать 10 тысяч особей. Около трети видов всех попугаев сейчас находится на грани вымирания из-за браконьерства. Сердце волнистого попугая бьется более 200 раз в минуту. Еще раз всех приветствую. Ну что, понравилось новое видео? Напишите в комментариях, есть ли у вас попугай, какого он цвета и умеет ли он разговаривать. Но вы спросите, а где же интересные факты про собак? Интересные факты про собак будут в следующем видео. Когда вы под этим видео наберете 12 лайков, тогда я выпущу интересные факты про собак. Также напишите в комментариях, какой из перечисленных фактов вам больше всех понравился. Также ставьте лайки, подписывайтесь на канал. И всем пока-пока.